Сегодня мы по-быстренькому установим Android 6.0, стабильную версию сборки на Nexus 5. Многие из наших подписчиков просили сделать это видео. И поговорим, как же это делается. Это новое видео на канале Gadget Mania. Мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, для того, чтобы обновить ваш смартфон на последнюю текущую версию Android, в нашем случае Android 6.0 для Nexus 5, это видео, наверное, будет актуально только для этой версии смартфонов, необходимо сделать следующее. Так как на нашем смартфоне была установлена девелоперская версия системы и разблокирован загрузчик, соответственно, мы не можем установить автообновление по воздуху, оно нам тупо к нам просто не приходит. Соответственно, для этого нам надо установить кастомную прошивку на основе чистого Android. Ссылочки будут в описании, либо в аннотации к этому видео. Пройдете, скачаете. Я сейчас вкратце вам расскажу, как это сделать. Для того, чтобы все это благополучно свершилось, первое, что вам надо сделать, это установить кастомный рекавери. Как установить кастомный рекавери, опять же, будет инструкция по ссылочкам в описании. Довольно-таки простой процесс, но все-таки делайте все внимательно, и все, что вы делаете со своим смартфоном, вы делаете на свой страх и риск. После того, как вы установили кастомный рекавери, вы проходите в это самое рекавери, делаете, в первую очередь делаете, это, конечно же, резервную копию, бэкап всей вашей системы, которая у вас сейчас установлена, для того, чтобы, если что-то пойдет не так, вы смогли самостоятельно восстановиться из этой самой копии. После этого, если у вас разблокирован загрузчик и к вам не приходит обновление, вы делаете следующим образом. Вы скачиваете кастомную прошивку Android 6.0, именно уже не девелоперскую сборку, а ту сборку, которая приходит всем остальным, кто дождался. То есть по обновлению по воздуху скачиваете, если вам нужен root, скачиваете дополнительный файлик, выключаете смартфон. После того, как смартфон выключился, вы установили, предположительно, уже установили кастомный рекавери. Заходите в кастомный рекавери путем включения смартфона с кнопочкой громкости вниз. Выбираете рекавери мод с помощью качельки регулировки громкости. Нажимаете клавишу включения для подтверждения. И вы попадаете в TWRP Recovery, в нашем случае русифицированную. Здесь мы можем посмотреть, что у нас уже установлено текущая сборочка, то есть бэкап этой системы. После этого вы проходите установку, делаете сначала проходите, точнее, в очистку, делаете Delvik Cache System Data. Не трогайте, в общем, галочки ставите везде, кроме Internal Storage. Это именно системный раздел, то есть это SD-карта вашего самого смартфона, это память смартфона, куда установлена непосредственно та прошивка, которую вы скачали 5 минут назад. После этого вы проходите, мы все это уже сделали, после этого вы проходите в установку. В нашем случае создана была специальная папочка, куда мы предварительно установили все самые последние эти обновления. И нажимаем последовательно на архив. Архив устанавливается, зиповский. После этого вы смартфон перезагружаете, либо сразу же загружаете, то есть не выходя с кастомного рекавери, меняете образы на архивы и наоборот. То есть у нас были архивы, меняем на образы и устанавливаете дополнительный файл для того, чтобы вам установить root-права на этот самый смартфон. Все достаточно просто, после этого делаете, включаете смартфон, все у вас устанавливается, система устанавливается, нажимаете перезагрузку, система. Смартфон включается, все необходимые файлы доустанавливаются, включение занимает порядка 2-5 минут. Если что-то пошло не так, то смартфон должен так провибрировать тихонечко, и после этого вы должны увидеть стандартный экран, приветственный экран первоначальной настройки. Вот эта самая вибрация только что произошла. Сейчас смартфон у нас включится, и вы попадете на самую свежую версию прошивки Android 6.0. Актуальная версия прошивки у нас на данный момент, сейчас мы пройдем о телефоне, MRA58K, она самая последняя, октябрьская, и то есть самая свежайшая, все что есть. Конечно же, вы сейчас увидите вставочки, видео вставочки о том, что на этот смартфон установлен root, установлен то самое, то есть вот именно мы поменяли, когда архивы на образы, мы установили вот этот
boot.img, и, соответственно, установился SuperSU, и все у нас пошло не так. Для чего снято это видео? Для того, чтобы предостеречь всех вас, мы, конечно же, сделаем полный обзор Nexus 5. Он до сих пор актуален, это отличнейшая машина, отличнейший телефон. Даже сейчас, в конце 2015 года, он качественный. Я всячески рекомендую к покупке, ссылочки будут в описании, если кому надо. Напомню, где он продается по вменяемым деньгам. И сделаем обзор, а видео сделали для того, чтобы, если вы установили девелоперскую, то есть превью-версию Android 6.0 летом этого года, и все ждете, что вам не приходит официальный последний стоковый образ, он к вам не придет. Устанавливать все надо ручками, потому что у вас, скорее всего, открыт загрузчик и установлена кастомная рекавери. Спасибо, что посмотрели данный ролик до конца. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, проходите в нашу группу ВКонтакте, обязательно в нее вступайте, подписывайтесь на нас в Твиттере и в Инстаграме, ссылочки, как всегда, в описании, ссылочка на смартфон будет в описании, на все необходимые ресурсы и форумы тоже ссылочки будут в описании. Большое спасибо, скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.